Анжеловська Інна та начальник СНАП Миколаївської міськради та Цуканова Анжела, завідувач сектору аналітичного інформування органів влади. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку ви з нами. Дякую. Отже, все ж таки стосовно нових адміністративних послуг, що в цей комплекс входить і чим же вони нові? Да, здравствуйте. Центр на предоставление административных услуг Николаевского горсовета это предоставляет административные услуги. Условно мы можем их разделить на две группы. Это административные услуги, которые предоставляются беспосредственно органами местного самоуправления и документы разрешительного характера. Угу. В течение 2016 года увеличилось количество тех услуг, которые мы предоставляем. За счет того, что полномочия были переданы от Управления юстиции, это, само собой, государственная регистрация права собственности на имущество, другие имущественные права, и, само собой, это регистрация бизнеса, и самая востребованная сейчас с нами услуга – это регистрация и снятие с регистрации места проживания граждан. Угу. Вот. Если будут какие-то такие моменты, я могу уточнить, потому что действительно люди обращаются нам в ЦНАП, это который располагается на Адмиральской 20, но при этом по регистрации бизнеса и по регистрации места проживания граждан они могут обращаться непосредственно еще в администрации нашей местной. Это администрация Ингульского района, администрация Корабельного района и администрация Центрального района. То есть мы предоставляем эти услуги для удобства граждан. То есть если им удобно завернутись до администрации, пожалуйста, если вам удобно, им будет удобно обратиться на Адмиральскую, тоже всегда рады. А вот какие услуги являются в топе популярности вот, среди николаевцев? Спросить, да. Да, вот в топе как раз популярности это регистрация места проживания граждан, потому что, вы знаете, каждый день практически это около 500 людей. А о чем гласит кажется, статистика? Наоборот, приписываются или уезжают? Вы знаете, да, больше как-то снимаются с регистрации, но я хочу обратить внимание всех наших граждан, что упростилась процедура, то есть одновременно можно и сняться, и зарегистрироваться, поэтому человеку надо будет всего лишь оплатить один раз административный сбор, и он сможет сняться с регистрации даже с другого города, с другой области, но если у него правоустанавливающий документ именно в городе Николаеве, то, пожалуйста, милости просим к нам. То есть можно здесь же и поставить, скажем так, штамп о том, что приписка будет уже в другом городе? Нет, вы можете сняться с другого города, штамп поставить про занятия, и тут же прописаться в городе Николаеве. То есть вот одновременно эта процедура. Библиотеки постоянно берут активное участие в том, чтобы продвигать какие-то услуги, конкурсы, марафоны, фестивали. Сейчас библиотека помогает административным услугам. Да, казалось бы, нонсенс, да, что вот библиотеки и... Мы уже не удивляемся, библиотеки могут все. Да, библиотека Тетивницкого может все. Да, я сейчас хочу уточнить тот момент, при чем же здесь библиотеки. Ну, мне очень приятно сотрудничать с Ингой Николаевной, потому что это уже не первый наш совместный проект, это уже третий наш совместный проект библиотеки и ЦНАПа по популяризации административных услуг среди николаевцев. И вот сейчас мы как раз заканчиваем проект очередной, это административные услуги для николаевцев, доступ открыто поддержанный нашим Николаевским городским советом. И что же было в этом проекте, да? Вот резонный вопрос. Ну, очень популярное такое, вот, такое направление, как скайп-консультирование с администраторами ЦНАПа в библиотеках города Николаева, в ЦБС для взрослых. У нас их, как вы знаете, 21 филиал по всему городу, и жители, которым, допустим, неудобно ехать на Адмиральскую 20, чтобы проконсультироваться даже, или вот им удобнее прийти в свою библиотеку своего района, они приходили, у нас был назначен определенный день, это была среда, определенное время, и жители могли проконсультироваться по скайпу, да, с администраторами ЦНАПа. Большой популярностью пользовалась? Да, могу сказать, да, и большое спасибо, замучили что вас ЦНАП скайпе, пошел да? на встречу. Вы знаете, это мы делаем для удобства граждан, я тоже хочу обратить внимание, что мы будем все-таки идти дальше по этому пути и хотим создать еще колл-центр, там, где действительно, кроме скайп-консультования, чтобы люди могли, прежде чем обратиться за той или иной услугой, вообще узнать, как процедурно это правильно делается, что последовательно нужно делать. Поэтому это очень здорово, что есть такая возможность консультировать. Еще наши библиотеки проводят обучающие мини-тренинги, рассказывают жителям города, опять-таки своего микрорайона, что такое административные услуги, где их можно получить,
бы такая реклама, да, центра предоставления административных услуг, и обучают жителей тем навычкам, которые позволят им пользоваться административными услугами уже в электронном варианте. Они есть, правда, пока на государственном уровне. Это те, что услуги предоставляет Минюст, и еще, если вы хотите узнать, приходите в наши библиотеки. Умеет себя рекламировать. И выпускаем совместную рекламную продукцию, которую мы распространяем в ходе уличных акций, в частности, на День города, на День библиотек. Вот. И я думаю, что наши жители будут больше знать об административных услугах. А вы говорили о том, что каждую среду. А сейчас этот проект продолжается или это уже вот был как пилот такой небольшой? Нет, это уже третий проект, который мы делаем в таком режиме. Он заканчивается вот сейчас в декабре. Но, как сказала Инга Николаевна, мы планируем в перспективе это как бы внедрить на постоянной основе. Мы сообщим об этом нашим Николаевым. Обязательно. По поводу вот услуг, и кто чаще всего все-таки обращался? Вот, возможно, по возрастному контингенту, может, по половому признаку? Скажу вот так, что в основном обращались люди пожилого возраста, потому что вы сами понимаете, что им бывает и не за что поехать, и некомфортно далеко, допустим. И в основном это вопросы были, как уже говорила Инга Николаевна, это регистрация места проживания, земельные вопросы очень часто, это приватизация земельных участков, жилых помещений, это реестры недвижимости. Это очень много обращалось участников АТО по получению документов на разрешительных на земельные участки. И вот такие вопросы. То есть для всех, скажем так, своего населения есть свои услуги, и они ими пользуются. Да. Я думаю, что это все-таки позитивно, потому что реально выстоять в очередь, узнать, как же это пройти, а потом еще это все собрать и прийти второй раз, очень сложно. Уже проще. Люди приходят с готовым пакетом документов и приходят уже... Уже грамотные, уже сами могут консультировать. Да. Я думаю, что это очень хорошо, что возник такой тандем, который упрощает жизнь наших николаевцев. Надеемся на еще какие-то новые услуги, которые смогут наши николаевцы с помощью библиотеки оформить какие-то документы. Да, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали. Я также нашим телезрителям скажу, что если появится информация о новом проекте, мы вам скажем в осмотре новостей.